Смотрите, Алиса не заходит в последнее время на кухню. Помните, как она забегала? Заходи. Да. Эффект генерала. Ну и что? Как, я только что всем сказал, что ты не заходишь на кухню. И у тебя паритет с крысами. Эй! Вот почему крысы не попадаются в ловушки. Потому что кто-то их метит. Видели, как выглядит гуманная ловушка для крысы? Пойдем, Алиса, покажем. Пошли. Вот. Это бочка, там внутри вкусные вещи. Крыса такая сюда заходит, 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 заходит. А, туда падает и вниз. Да. Вот так. Это выглядит. А вы что? Кто-то меня только что чуть не покусал. Ну, впрочем, как всегда. Ну, хватит, Алиса. Ну, хотя это очень хорошо. Мы нашли место, где ты метишь, и ты теперь не метишь ни в каких других местах, только на ловушку для мышей. Да. Посмотреть в окно из кухни – это же самое милое дело. За всеми проследить, везде залезть. Кстати, одна из крыс, которая была поймана, она рыла горшок. То есть она реально делала вот в этом горшке, делала себе нору. Но была поймана вот этой вот рыжей дамой. Все, ты все посмотрела? Можно тебя отпускать? Нет, туда тоже надо залезть. Пойдем. С кухни выходит Алиса только с едой. Без еды это нереально. То есть, если есть еда, тогда волком я выхожу. Если нет, то что это такое? Танцы. Тоже хочет на кухню. Красивая ты в свете солнца. Хорошо, рыжая, смотришься. Ну что, сырку? Да. Давай я тебе кусочек дам сыра. Стейки, конечно, не обещаю. Не сегодня. Где-то. А, вот. Да. Ну все, держи сыр и убегай. Так сразу. А, вот сюда. Что же там ты хочешь? За стеночкой. Оп, побежала. Ну, иди. Утреннее чесание за ушами, конечно же. Ну, почему вся в песке? Где копалась? Рассказывайте. Вот так надо начинать утро. Я понимаю, что ты встала рано, а я встал только что. Поэтому у тебя-то уже день. У меня еще утро. Чесать лису — это как ходить по минному полю. Она вроде такая няша, а потом чик-чик и кусь. Ва-ва-ва-ва-ва.
Давай, падай. Смотри, какой снег. Падай, падай. Смотри, какая у тебя шуба, какой снег. Как же не упасть? Падай, падай, падай. Ну давай, рыжая. Падаешь? Падай, падай. Или собаке рядом нельзя. Ой. Что ты скрипишь? А, все уже? Или белый подошел? Это хорошо или плохо? Непонятно. Ой! Ай! Это за что? Кто тебя гладил? Как себя ведешь? Ай-яй-яй. Куда там Макс пошел? По твоим владениям. Вот тут белый сидит, видишь, вот его гладить можно. А, нельзя? Или можно? Можно, все, побежала. Пока идет глажка белого, Алиса наводит порядок на своей территории. Оп. Ну что, побегать-то можешь? Алиса. Нет, какой тут бегать? Тут надо валяться и купаться в снегу. Во. Самое хорошее в конце где-нибудь упасть, занырнуть. Вот, заныр сделать. Во. Вот это отличный вариант. Белый, твоя очередь заныривать. Все, благодать. Снег выпал. Макс идет. Да, Макс, а ты... Ой. Гладить опять? Нет. Надо поймать белого. По крайней мере, сделать вид, что поймать. А белый сделает вид, что убегает. Все, собаки кучкуются. Нападение! Ну, такое медленное нападение. Ну что, давай. Нет. Алиса потихоньку плавает по снегу. Пришла та зима, которая ей нравится.